то что борьбы, но очень тяжелого выбора, когда сразу большое количество разных групп пытаются тобой манипулировать, потому что Нурчан Таиланд была знаменем фактически турецкой тяжелой атлетики, но до сих пор остается. Ну, для меня она герой Турции, сборной, я так считаю. Лидер, конечно. Марзена Карпински. Первый подход, 77 килограммов. Марзена Карпински была в призах на чемпионатах Европы в предыдущие годы. В прошлом году она была третьей. Сегодня, видите, она начинает 77 килограммов. И это, по большому счету, уже спор за медали. Марзена Карпински, еще одна турецкая штангистка, Нурдан Каракос, которую я первый раз увижу сейчас на чемпионатах Европы. Она до этого никогда не выступала среди взрослых. Ну и Дженни Пальяра. Вот эта тройка будет бороться за места следом за Нурчан Таиланд. Я думаю, что именно такой будет расклад. Но это наше предположение. Может быть, Нурчан Таиланд или кто-то из этих выходящих сейчас на помост как-то меня исправит. Итак, Нурдан Каракос из Турции. Ну, ей 24 года, да. В принципе, ей, знаешь, ей не 17-18, хотя выступать на чемпионате Европы вот с таким залом, с заполненным зрителями залом, я думаю, что для нее тоже диковинка. Даже вспоминая последний чемпионат мира, который был в Турции, там изменились времена. Это не 2001-2003 год, когда на турецкую тяжелую атлетику приезжал абсолютно полный зал. Здесь сейчас в Турции, видимо, не такой расцвет тяжелой атлетики, интерес тяжелой атлетики на сегодняшний момент. Поэтому для нее это все должно быть так неожиданно. Марзена Карпински, 79. Видишь, Валя, они идут буквально через 2 килограмма. Да, 77. Марзена Карпински ходила первым подходом, 79 идет следом. 78 сходила Турчанка Каракос первым подходом. Да, я не застала времена, когда по килограмму можно было прибавлять вес. Да, тебе можно было только по 2,5. Но это уже давно пройдено уже. Ну, вообще, вот это новшество очень-очень хорошее. Ну, здесь гораздо больше можно придумать разные тактики. Хотя, как показывает практика, на этой тактике часто просчитываются, чем выигрывают. Хотя это, знаешь... Не знаю, мне бы хотелось попробовать, честно скажу. Ну, вот смотри, вот сейчас что будет делать Каракос? Она идет на 80, она по собственному весу турчанка чуть легче, чем Марзена Карпински, но почему-то, видишь, она все время идет на килограмм больше. Хотя здесь еще есть третий подход, и там может быть все изменено. По идее, если Нурдан Каракос заявила бы сейчас 79, то она все равно была бы впереди над Марзеной Карпински. Но, видишь, она еще прибавляет килограмм. Прибавляет. Идет итальянка сейчас. Дженни Пальяра. Первая попытка, некогда чемпионки Европы среди юниорок.